Жители пригорода Лесное решили проводить лето и встретить осень праздничным мероприятием. На фестивале «Пикник в лесу» была подготовлена большая развлекательная программа. В рамках празднования 90-летия Ленинского района в одной из самых густонаселенных точек пригороде Лесное состоялся добрососедский фестиваль, который организовала группа активных жителей. В рамках этого фестиваля мы нашли наиболее активных участников жизни Ленинского района. Это микробизнес, это люди, которые делают какие-то обучающие программы, разные проекты творческие. И они, собственно, представляют собой большую часть контента этого фестиваля. Гостей мероприятия ждали театральные представления, мастер-классы для детей и взрослых, игры и шоу-программы. Главная задача организаторов – создать атмосферу семейного праздника и перезнакомить жителей новостроек между собой. Впечатляет, что очень много людей собралось сегодня. И все так красочно, классно, весело. Каждый нашел, похоже, здесь дело для себя, и это замечательно. Это вообще супер праздники, мне нравится. Для детей дети знакомятся ближе. Посетители фестиваля могли окунуться в эпоху Древней Руси и узнать много нового об играх и забавах разных народов. Не только русские народы. Вот у меня есть с тобой, например, игра киргизская «Пять камушков». Вот эта вот игра в бабки универсальна. То есть многие народы играли в камушки, в палки, в кости. Такие вот куколки, да, деревянные игрушки. Их делали практически все народы. Одним из самых популярных у детей мастер-классов стал урок по рисованию песком. Юля Кобызева вместе с братом попробовали изобразить яблоню. Не знаю, как объяснить, она получилась какая-то пышная, с пышной кроной у меня. И такими толстыми, прям притолстыми ветками. А у брата получилось как-то тоже попышнее она получилась, но с ветками тоненькими. Все желающие могли попробовать себя в латиноамериканских танцах и научиться двигаться в ритмах сальсы. Танцевать это весело, потому что сейчас очень стараемся бороться с стереотипом, что мужчины не танцуют, потому что танцы парные, у нас очень много девчонок, ребята сейчас тоже уже подключаются, но ребят не хватает, и вот нашим девушкам не с кем танцевать. Фестиваль «Пикник в лесу» стал первым масштабным мероприятием на данной территории и по отзывам участников удался на славу. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.